Всем доброе время суток, всем привет. С вами Анатолий, вы на канале Домовенок. Так, ребята, скоро Новый год, новогодняя атмосфера такая. Так, что тут за контейнеры? На, это украшение, короче, да? Понятно. Так. Подарочки. Так, ладно. Такие игрушки, да? Ёлочка какая красивая. Да, ребят, с наступающим вас Новым годом, скоро будет Новый год. Как время быстро идет, вроде бы недавно встречали Новый год, а тут раз. Так, вот такие игрушки. Опа. И мишура это, да? Ага, мишура. Так, теперь наряд. Вот так, как красиво. Смотрите, какие красивые все подарочки. Ух ты. Это что такое? Ага. Да, красиво все равно сделано. А это? Что за танк? Угу. Шкода, да? Так, ладно. Пятикратные эти. Фонды. Так, ну давай зайдем в бой. Посмотрим. У нас качество ND качестве. Было есть культра. Сейчас в ND. Посмотрим, как это ND качество будет. Потому что ультра есик. Да, ребят, я помню, я вообще играл на низких этих настройках, на минимальных. А потом ультра качество. А, да, ультра. Ну, это один снял там. А сейчас в НТ качестве, вон, смотрите, настройки. Графика. Вот тут хоть и показано ультра, но если ты на ультра играешь, то тут будет обозначать, что нужно ND. Потом ND скачиваешь, устанавливаешь это все, и вот тут вот так будет показано. Сейчас вот на ND. Если, допустим,
игрушка весит сама. Так, сейчас скажу. 50 гигов, что ли? 60. Нет, 40 гигов. То тут в ND качестве будет 70 гигов. Я так уже показывал. Видео будет называться сравниваем качество в ND и Ультра. Вот так качество. Вот этот Т-34, что он стоит тут? Он нужен на передних лучше светляк. А я должен туда тоже вперед идти. Как бы. Блин, честно сказать, ребят, я уже давно не играл. Вот, смотрите, я зашел тут просто посмотреть, какое качество НД. Вроде бы одинаковое. Блин, как это так, не попал. Уже... Светляк, да? Это вот нормально, по идее, кому-то надо светить. Так. Но все равно между тоннель танком сходим. Последний раз, наверное, осенью или летом. Да. Все равно. Ну вот я считаю, смотрите, вот НД качество, да, и ультра качество, вроде по одинаково. Блин, запрыгнули уже. Вроде по одинаково все. Может я, конечно, ошибаюсь, но... Все, как... Что в ультра качестве, что в НД качестве. Вроде бы все одинаково. Так. И сколько нам дали? 10 тысяч. Сколько мы что сделали еще? Ну, что-то сделали, конечно. Хоть один танк забрали. О, опыт. 2000. Так, исследование. Что у нас тут? Золото еще у меня тут есть. Ничего себе. Ничего, вот что есть. Колесный транспорт. У меня столько аккаунтов. 3 или 4, что ли, что еще не помню. Да, атмосфера, конечно, вообще новогодняя, такая красивая. Тем более в ND качестве, это вообще круто.
Уже кто-то... А, нет. Просто сидят за столом. Кошка вон. Кошка какая красивая. Кошка везде походил. И вот кошка. Так. Ух ты. Как, что сделали, а? Ух ты, смотрите, что нам подарили. Так, три штуки свободного опыта за... Ничего, тоже хорошо. Даже отлично. Двор, ну-ка. Да, красиво все равно. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий. Ну-ка. Подожди, смотри, гирлянды. Как повесили мы, а? Красиво. А это что? А что такое было сейчас? А это что? Ух ты! Круто! Какая у нас ёлочка красивая. А здесь Снегурочка. Пятый уровень атмосферы, да? Какая машина, а? Так, ладно. На самом деле, надо заканчивать. Так, смотри, новогодняя техника, да? Угу. А у меня свободную смоки нету. А что можешь продать? Давай вот это продадим. Продать. Продать. Так, почему? А, блин, реально. Блин. Надо же освобождать вот эти вот места все. Так, а какой у нас там танк? Это какой у нас? Великобритания, вроде, да? Так, так, так. Медиум. Великобритания. Так, нация Великобритания. Вот она. Так, и у нас медиум один. Казарм. Так, где дембель. Так. Тоже пора домой. На отдых. Все, дембель. Ну, это можно заказывать. Короче, вот таким образом отправляем на праздниках дембель. Так. Хотя давайте так сделаем по-быстрому. Раз дембель. Так, теперь казарма, казарма, казарма. Так, казарма.
Так, а ну все, наверное. Ну-ка. Так, так, подожди, вот это. Продать. Все. И. У нас же место освободилось. Тут вообще три свободных места. Почему тут написано так? Новогодняя техника, а свободных местов нет в ангаре. Почему? Там три места. Ну, понял. Короче, звание надо. Так, ладно. Потом разберемся. Тем не должно, по идее, так быть. Напишите мне в комменты, что не так. Так, вижу, кто тут все. Может, что-то я не так понял. В комменты напишите, ладно. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий. Вы были на канале Домовенок. Пока. И с наступающим вас Новым годом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канале у меня будут разные игры. Ладно, всем пока, всем удачи.